Всем гигантски здорово, с вами снова Рувия и игра Battleground. Сегодня я играю в режиме соло, так сказать, играю один против 97 человек, и мы прямо сейчас вместе с вами глянем, что же из этого получится. Короче, на мою крышу, ну как бы это не моя крыша, но вот именно ко мне вот в эту вот сторону упал типок. Слушайте, у меня есть дробаш. У него его вроде бы нет, подождите. Перезаряжаем. Дратуйте. Вот это я, конечно, супер меткий. Бартюня, ты куда? А зачем ты туда пошел? Это вот не надо было так делать. Вот туда идти не стоило. Тут решаю я. Не понял? Вы слышите эти звуки? Они прям подо мной. Я подумал, что сзади, но потом понял, что сзади физически невозможно. О, майн гад. Чуваки, короче, блин, опасная ситуация. Одного мы уже убили. Гляньте, как он просто великолепно. Они прям подо мной вообще, ребят. Настолько жесткое чувство, что они прям вот у меня на крыше. Это просто капец. Ладно, гоу на другую крышу, так как это что-то, знаете, вот мне идти к ним вообще не хочется, так как они там как бы сами живут, и трогать мы их не будем. Текс, рюкзачок у нас уже есть. Это говно мы возьмем, допустим, на дробашек. Это, ребята, важно. И мне бы найти оружие для дальнего боя, так как, знаете, с дробаша с такого расстояния стрелять, ну, пожалуй, не круто. Кто там не бибикает, черт возьми? Ща я тебя побибикаю. Так, это мы заберем. Это мы заберем. Опа, ребят, вот это уже покруче. Это уже эмочко. Это уже рюкзачок. И с этим уже реально можно жить. Такс, аккуратненько. Смотрите, осталось найти только прицел на эту эмочку, тогда будем реально затащить катка. Такс. Короче, предлагаю идти на низ, потому что, ну... Как бы сидеть все время не вариант. Нужно двигаться, нужно менять позиции, тогда все будет прям великолепно, круто. Что-то делает труп. А, понятно, он просто умер. Он такой бежит и просто сдох. Ну, впрочем, как все. Текс. Ребят, а на этой крыше кто-то был, потому что тут уже трупак валяется. Опа. Ребят, нужно его как-то добить. Нужно его сломать. Ох, офигеть, мне повезло. Где мои хп? Я шатал. Так. А мне хиляться нечем. Только боленько. Это не круто. Ребята, это не круто. Боленько, это, конечно, хорошо, но... Одна боленько, это плохо. Блин, что вы так рядом работаете? Чуваки, вы меня пугаете. Go the time, короче, этого. Блин, нифига нету. Вот черт. Вот грёбаный черт, грёбаная сосновка, почему так плотно? Так, аккуратненько. Наше, ребят, единственное, наверное, пожалуй, верное решение залутать того типа, которого я убил. Возможно, у него была аптечка, потому что с таким количеством хп бегать это просто самоубийство. Черт возьми. Ну, Вектор, не-не-не, блин, нет хилов. Ну вы чё, прикалываетесь? И какие у вас предложения? У меня нет хилов. Пойду тогда, наверное, в эти вот здания впереди, но они тоже прям 100%, ребят. Я прям уверен, что они залутанные, но, знаете, всякое может быть. Сейчас что-то бац происходит, и тут бац, аптечка лежит. Текс. Нет, нифига, впрочем, я не сомневался в этом деле. А вот тут нужно быть немного поаккуратнее, потому что это уже такая территория, где можно засесть и нифигово так всех поубивать. Грёбаные аптечки, где вы? Может быть, кто-нибудь просто пробежал, уронил, с кармана выпало, пропустил, не знаю, ну... Хотя бы кто-то, что-то, ну а? Сделайте доброе для меня, эгоисты. Так, аккуратненько. Короче, ясно, понятно. Слушайте, ну я, пожалуй, пока не буду уходить, потому что... ну, раз уж мы играем на хард режиме, так сказать, то играем на хард режиме. Самолет, ясненько все с тобой, ты вроде бы не падаешь, и это мне не нравится. Так, смотрите, есть баги. Опа! Вижу чувака. Не понял, куда он делся? Шикарно. Так, минус 3 мы уже сделали, и я надеюсь, что именно у него были аптечки, потому что... Ну, как-то, знаете, вот без аптек, ну не кайф, ну не то. Ред, предлагаю сейчас быстренько лечь отхиляться, а потом тогда я его долу... Стоп! Не-не-не-не-не! Отменить! Там-то мне уже и хп, там толком нету. Так, это я заберу. Это заберу.
Гриану заберу и цевьё заберу, все шикарно. Чуваки, а мне так хиляться, в принципе, чё? Несколько бинтов и все, и я уже на 75% буду фуловый. Опа, кто это? Предлагаю закрыть дверь и сейчас дохилять себя, так как, знаете, вот аптечку юзать довольно жалко, а вот бинтики, впрочем, я не против. Бинтики реально можно. Так, еще один бинтик, надеюсь, что меня влезет, хотя, мне кажется, это уже 75%. Да, я был прав. Окей, короче, смотрите. Что же нам делать? Где искать людей? Ну, мое подозрение, что тот транспорт, который ехал по дороге, ехал примерно вот в те домики. Потому что, смотрите, вот легко рассудить логически. Потому что в эти домики вроде бы никто не падал, так и самолет летел оттуда. Вот, следующий прикол, да? Если сюда никто не падал, значит, их не лутали. А если их не лутали, то их нужно лутать и, собственно, нужно сюда ехать. Знаю, что логика не идеальная, но как есть, так есть. Так, аккуратно. Но транспорта, кстати, чуваки, я не вижу. И это мне не особо нравится. Офигенно, все залутано прям. Ну, или же ничего не было, или же все залутано. Вот два варианта. Скорее всего, ничего нету, так как... Ну, реально ничего нет, видите, да? Пусто. Просто пусто, пусто, пусто. Слушайте, ну, как бы идеал поставить сюда вот такой вот коллиматор. Сюда вот мы ставим вот такую вот тему. И, в общем-то, все. У нас же есть хорошие прицелы. И предлагаю реально идти и отстреливать сосновку. Потому что мы упали на сосновку. И почему бы ее до конца не довести? Во-первых, центр зоны где? Центр зоны в сосновке. Если мы ее отобьем, то, как вы понимаете, ну, преимущество будет такое нехеровое. Но отбить ее до конца не получится, потому что... Ну, мы понимаем, да, систему, как бы, этих убили, другие приехали, других убили, другие приехали, и так далее. Это, короче, надолго, это вообще надолго. Слушайте, а что если взять баги, уехать немножко подальше, а? Так как бежать мне реально впадло. Ладно, погнали. Вжух. Баги, давай, газуй, ну, быстрее, что так медленно, нужно быстрее ехать. Шикарно. Короче, увидим кого-нибудь, будем работать, потому что, как бы, вот, просто бежать и кого-то ждать, это немного непонятно. Не понял, откуда? Я понимаю, что по мне только что стрельнули, еще и баги тут застряло, какой-то рукожоп. Но у меня один вопрос. Кто и откуда по мне сейчас стрельнул? Ну, возвращаться как бы есть вариант, но если бы я знал, где он. А то вот, знаете, не зная, где твой противник, ехать на противника. Ну, как вам сказать, да? Хреновое решение. Газу, газу, газу. Слушайте, а что если поехать на ново... Блин, ну где же они там работают? Ребят, я реально хочу постреляться с ними, так как... Ну, файт в игре, это всегда круто. Может быть, реально приехать как-нибудь к ним? Так, тут я проеду где-то, да-да-да, проеду. Опа! Еще один рукожоп проехал в этой вот щельке. Ух, нехерово. Опа, я тебя спалил. Ребята, что если его задавить? Что думаете? Ваше предложение. А вот так вот? А как вам такое предложение? Так, это... Вижу, спалил. Боленько. Ребят, что за пот? Ё-моё, я его увидел. Я сразу говорю, я его увидел. Опа. Так. Ты был где-то... Вижу. Так, минус 5, шикарно. Нифига я монстр, просто вообще рр. Так, вроде бы там кто-то тоже стрелял, но ладно, забили, предлагаю пробежаться, пролутать. Надеюсь, что у них нет там 20-тысячекратники какие-то. Ладно, гоу прочекаем. Так, ой-ой-ой, хорошо, хил есть, хил это самое важное, что есть в нашем мире. Сковорода пригодится. Топомочки нету, спасибо тебе, мудила. Так, глушак на БП возьму, пригодится, двукратник возьму и грена заберу. Все, валим отсюда. Мы еще того типа не долутали, да это важно. Ребят, нужно лутировать, потому что... Блин, без... Офигеть, 5 аптечек. Я думал, хотел сказать, знаете, без хилов не дожить, но потом понял, что... Черт возьми, где-то я ошибаюсь. Видите этот баг, лол? Вы видите этот баг? Что это такое? Что у меня с эмочкой не то, чуваки? Так, шлем у меня нормально. Блин, СКС как бы можно было взять, но... Знаете, да посрать, да реально посрать. Гоу, поиграем вот так вот. Мне все нравится. Почему бы так не играть, я не знаю. Так... увеличенный магаз я ставить, пожалуй, буду вот так вот и вот так вот. Так, принимаем энергетик один и предлагаю уже выезжать за аирдропом, так как аирдроп это не только лут, аирдроп это еще уничтожение чуваков, которые к нему едут. Ну, либо же получение от них трендюлей. Вижу, вижу дроп. Так, чекиряу, погнали. Резко вправо, вот так вот. Блин, вот я рукожопина, все шикарно, да? А, шикарно, охрененно.
Сейчас бы застрять. Ой, блин, ну не-не-не-не, ну только не сейчас, окей? Ну как так можно было по рукожопски сделать, а? Ну только я так могу, серьезно. Ну так могу только я, черт возьми. Ладно, у нас есть моток, в принципе, можно к нему подойти и уехать. Чё, почему бы нет? О, майн гад, чаще убьют где-то по полю, я вам говорю. Это было не к добру, ребят, эта вот машина была реально, извиняюсь за то, что заговариваюсь, бывает, потому что уже, черт возьми, три ночи, вот, реально был знак чего-то плохого, грёбаная беге. Так. Так, справа вроде бы пустенько, слева, ну, наверное, тоже, хотя не знаю. Короче, нам нужен аирдроп, а именно, желательно, люди возле того аирдропа. Знаете, вот я бы, в принципе, взял там место, допустим, дробаша, какой-нибудь АВМ, либо же какой-нибудь М24, но мы прекрасно понимаем, что там будет какой-то гребаный Томпсон, либо же пулемет. Куда вы упали, сэр? Надеюсь, не в те дома? Так, я что-то не понимаю. Воду упало, вот говно, ребят. Вода это не круто. Да, вода это вообще не айс. А лодочка есть, может быть... Лодочку взять и просто приехать. Лодка есть. Лодка вижу. Го, возьмем лодочку, приедем за аэродропом, залутаем и уедем. Спокойно. По-тихому нужно это сделать. Блин, еще... Ой, мост, чуваки, ну херовое решение, ну я же знаю. Ну дебильно, нет? Ладно, погнали. Ну, в принципе, мои решения всегда ненормальные, так что забили, погнали. Так, аэродроп. Я надеюсь, что я, ребят, не зря, так сказать, рискую своей жизнью, потому что, как бы, если там реально снайперка хорошая, то я вот серьезно буду доволен. Мне там нужно, ребят, снайперка 8x, и все, я просто... Хотя бы, ладно, ладно, просто снайперка, и все. 8x как бы можно, но тут уже по желанию, так сказать, самого аэродропа. Надеюсь, что его не залутали, так как, в теории, может, кто-то там плыл, не знаю, ну, кто-то что-то там делал. Декс... Мы подъезжаем к аирдропу и видим там... Кого? Никого, зашибезно. Ну это классно, в принципе. Чик, тормозим. Ой, прям идеально. Дек, погнали. Слушайте. Нихерово. Рувя доволен. Одна проблема, ребят, одна проблема, это то, что... Знаете, в чем прикол, да? Вот вы знаете, в чем прикол. У меня было столько патронов на 72, и я и в итоге их всех там не брал, потому что думаю, ну у меня ж нету оружия на 72, зачем мне их брать? Ну, видите, в чем трабл. Но, слушайте, 15 пулек, в принципе, этого хватит. Ядрить охрененно. Вот, 15 пулек нам хватит реально долго, потому что это М24, там скорострельность очень слабая. Блин, может быть, нам дадут выехать как-нибудь, а? О, черт. Ладно, моцик, ребят, прям прыгаем мотоцикл и уезжаем отсюда, потому что нас сейчас тупо... Отхерочит. Сейчас бы моцик разбить, нет? Я надеюсь, я... нормально все с ним? Да, все хорошо, шикарно. Вообще, ребята, операция. Еще один аирдроп, вы что, прикалываетесь? Не-не, этот я точно пас. Это точно не мое. Ладно. Блин, не, я не поеду. Не, я не поеду, нет. Я реально вот сейчас точно говорю. Может быть, максимум я отстреляю его. Но не поеду. Так. Что у нас тут? Моцик, аккуратненько, пожалуйста. И где сам дроп? Я бы, в принципе, пострелял. А? Где дропецкий? Не понял, вижу. Понял. Чик, аккуратно. Опа, горочка. Главное сейчас не разбиться на этом моцке, потому что... Я ждал мотоциклы, ребят, потому что были такие ситуации... Что там баги делают, не понял. Ладно, забыли. Были такие ситуации, что как бы нормально все там тащишь и так далее. Едешь просто гора, бум, и все, ты мертв. И так постоянно, так реально постоянно. Это грёбаная игра. Она делает со мной какие-то чудеса. Я рифмую, ё-моё, о да. Опять, да. Ладно, аэродроп, погнали. Вы этого не слышали. Чик-чик-чик-чик-чик. Блин, я еду прямо к нему, ну нахера я это делаю? Я же сдохну. Ладно, тормозим. Перезаряжаем М24. Ну, нихреновое решение. Нет, ну зачем? Так, пест. Перезаряжайся, пожалуйста. Моя благодарочка. Эмочка. Где-то в этом районе... Ядрить я обосрался. Я подумал, что этот камень Халк. Серьезно. Я не знаю, почему я так подумал. Может быть, я что-то там мультик какой-то пересмотрел. Но реально я... Опа. Братюнь. А-та-ра-та-та. Интересно, спалил ли ты меня? Просто маленький вопросик, ничего больше. Мне кажется, все-таки да. Но хер его знает. Слушайте, мы теперь знаем, где один противник. Осталось всего-то 34. Ну, как бы 35-й я, а 35-й нам не нужен. Не понял. Ребят, мне не нравится это место, вообще капец. Ладно. Ладно, хорошо. Го наверх.
О, Майнгад, как же мне это не нравится. Мне это категорически не нравится. Чё, позвони? Может, валим отсюда? Я ухожу, ребят. Я не знаю, я не знаю. Так. Где тот типок? Я что-то вот не понял одного, да? Это он? Это трава. Так. Вижу, там УАЗик возле домов стоял, но это херня. А где упал аирдроп? Вот вопрос. Он же полюбасу пошел за аэром. Окей, чуваки, смотрите. Ждем зоны. И там же что-то решаем. Потому что вот как-то вот в таком положении, в таком месте решать что-то это херовая идея. Блин, ребят, ну я же слышал, что там что-то было слева, там что-то реально было. Либо же какая-то машина прям подъехала, знаете, как будто она без бенза просто подкатилась. Либо же что-то еще, но там что-то было, я вам говорю. Белые ходоки, наверное, я вам отвечаю. Не понял? Ага, вижу. Ну, в смысле, вижу УАЗик, а откуда по нему работают, хер знает. Так. Так, аккуратненько. Вот тут, по идее, хороший обзор такой. Ну и где? Это прям... Не понял. И кто? И кто по вам работает? Можно вопрос небольшой? Сзади вообще опасно, место говно. Мне просто, ребят, реально интересно, откуда работают. Либо же я слепой в говно. Либо же я слепой в говно. Так, там пусто. Ну и чё, в чём трабл? Выстрелы были рядом. Что-то, чуваки, очень странное происходит в нашем мире порой. Аирдроп. Не-не-не, третий точно не пойду, я уже устал. Руви устал. Так, пусто. Знаете, вот у меня подозрение на вот эту вот херню. Как бы есть маленькое-маленькое подозрение. Возможно, я ошибаюсь, но... Всё-таки лучше проверить, чем не проверить. Офигенно сказал. Так, зона. Ох ты, нихерова. Я думал, что я прям, блин, ребят, был уверен, что она будет прям туда, куда смотрю, прям в той стороне. Но оказалось, что я был неправ, впрочем, как всегда. Так. Моцик. Стоп, это мой, это, подождите, это... Я на чем-то приезжал. Я приезжал на моцике, только моцик я оставлял вроде бы где-то тут, наверху. Либо же он скатился, как и я, либо же не знаю что. Ай, хер его знает, пофигу. Так, погнали. Да, наверное, это мой мотоцикл, на самом деле. Да, наверное, все-таки мой, потому что... Твою мать. Вот я рукожопина тупая. Как так можно жить, чуваки? Просто... Можно вот прям секундочку? Вот сейчас вот закройте глаза, да? Откройте, и вот вы этого не видели, окей? Настолько рукожопско просто. Как можно так стрелять? Это ж надо быть таким рукожопом. Так, пульки заберу на СКС немножко. Ой, в смысле, на... Что там у меня за оружие? На М24? Какой же рукожоп, какой же рукожоп. Ладно. Просто, ребят, скажу в свое оправдание, то, что я просто пересрал, и все. А пересрал, это, кстати, такая нехеровая причина. Так, ладно, погнали, короче, в зону. Кстати, тем временем 6 киллов, я типа этот, тащер. Аирдроп. Ну, как бы много мне этого не дает. Блин, ребят, что же нам делать? Зона рядом, и однозначно... Это как бы хорошо, но это плохо, потому что зона мне не нравится, так как это грёбаная зона где-то на горе, где-то на мосту и где-то в том месте, где я не люблю так вижу чувака. С такого расстояния попасть нужно быть просто терминатором. Я же говорил. Это no real, чуваки. Как же это сделать? Ладно, в принципе, я предупреждал, это большое расстояние, реально, это реально большое расстояние. Тут уже даже оправдываться не стоит, это было, в принципе, видно сразу. Так, гора-гора. Блин, ребят, у меня еще такая проблема, знаете, я вот не знаю, куда крути колесом, колесиком, колесико мышки. Я постоянно путаюсь, черт возьми, беру грену вместо эмки и так далее, постоянно это гребаная жопа. Так, УАЗик. Вот позиция охеренная, прям сижу на горе, капец. А где тот типок? Я его просрал. Ну окей, в принципе, окей. Так, сбегируем. Бегируем примерно сюда, вот куда-то в этот район. А, он уехал на лодке, вы серьезно? Ну, зассал, видно. Отвечаю, зассал. Ладно, гоу. Смотри, чуваки, а тут стоит УАЗик. Может быть, это мой УАЗик? Или нет? Я что-то уже, блин, все беру под себя. Нет, наверное, точно не мой УАЗик, потому что... Вроде бы сегодня я ехал на УАЗике, который оставил где-то в другом месте. Че это такое? Это какое-то говно. Ладно, погнали дальше. Так, справа пусто, слева пусто, но инфа херовая, потому что могу ошибаться.
Блин, Уазик, что так беспалевно стоишь? Я шатал. Так, бегируем. Вперед, вверх, вниз. Во все стороны нужно брать и тащить, чуваки. Брать и тащить, брать и тащить. Так, камень, ребята, он мне не нравится. Он на меня как-то неправильно смотрит. Так. Гора. Пуста. Слушайте, но как бы мы в зоне, и это самое главное. Что еще важно? То, что мы в зоне, то, что мы живы. Ну, это пока что, да? И все. Больше инфы как бы у меня нету. Опа. Какой гад. Понял. Может быть, перевернешься? Ну, ты засал, я это знаю. Если бы ты перевернулся, мы бы повоевали, а ты просто уехал. Нет, нихера себе, подождите. А где-то он тормознул. Чё-то мне это уже стало не нравиться. Лучше бы уезжал, гад. И где? Вот в чем вопрос. Понимаете? Ха, это какая-то ловушка, я вам отвечаю. Это какая-то грёбаная ловушка. Ладно, валим отсюда. Так, Уазик. Вроде бы ты цел. Я беспокоюсь за твое здоровье. Так, 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 так. Грёбаная баги, где же ты тормозила? Ладно, чуваки, на свой страх и риск бегу, наверное, я прямо вот сюда, вот вперед. Потому что зона впереди, нам туда обязательно нужно идти. Это просто без вариантов. У нас другого варика просто нет. Но этот гад может быть прямо тут под горой. Либо же на горе, либо же за горой. Но в чем прикол, баги я не вижу. Это хорошо, потому что как бы он тормозил баги, а ее нет, она просто, знаете, как это испарилась. И испарилась баги прямо передо мной. Зона уже рядом. Тем временем 17 живых, и я вижу самолет, в котором сидит там водитель. Не водитель, а... Я забыл, как он называется. Чуваки, простите, я забыл. Ну, как вот, есть в машине водитель, а в самолете пилот. Опа, видали, вспомнил. Как можно... Как это могло вылететь из головы? Зачем я вообще это сказал? Я просто поехал. Ладно. На самом деле, я прикалываюсь. А противники, походу, нет, потому что я... Счет не врубаю. Куда они все делись? Аирдроп. Ну и чё? Ты мне не нужен, понял? Вали отсюда. Так. Блин, камушки, камушки. Нифига беспалевное поле. Я ожидал такие поля на самом деле. Они просто ненормальные, потому что полностью везде обстрел. Справа, слева, снизу, со всех сторон. Это мне не нравится. Мне нужна позиция, где я считаю себя в безопасности. А камень, интересно, в зоне? Мне кажется, да. Но вопрос, что мне это дает? Я не знаю, может быть, давайте побегаем, просто почекаем что-нибудь. Подозреваю вот эти вот дома, так как эти дома, как бы, опасная тема, там... Опа, нет, мне показалось, да, наверное? Наверное, показалось, или я сошел с ума. Скорее всего, второй вариант, либо же я совмещаю. Ладно, камень, по идее, должен быть в зоне, потому что вот... Хотя хера знает, может быть, прям край зоны будет на камне. Я не знаю. Я ничего не знаю. Где же вы, друзья? Кого бы из вас убить прямо сейчас? Я же не знаю. Топа, баги. Ну и чё? Так. Короче, зон, давай быстрее сужайся. Мне нужно быть безопасным за свою жопу, чтобы я знал, что сзади точно никто не подойдет. Я должен быть в этом уверен. Я должен быть в безопасности. О, капец, зона уже маленькая, ребята. Тем временем, кстати, 12 живых. 12 живых довольно много, на самом деле. Это вот довольно реально дохрена. 12 в живых. Это много, так. Зона, ну? Ты ж не будешь кидаловым, да? Ух ты. Блин. За камнем я не спрячусь, зашибись. Офигенно, зона, спасибо тебе большое. Прям видно, друг. И чё, мне теперь бежать куда-то, да? Я понял. Ну, кстати, зона немного повезло, потому что зона прямо у нас, как видите. И мне реально с этим... Ну, как почти у меня. И мне с этим уже, ну, однозначно перепало неплохо. Так, М24. Блин, до 11 живых такая маленькая зона. Ну и где вы все, а? Я не понял. В чем трабл? Ладно. В теории за этим камнем кто-то есть, понимаете? Просто вот в теории на изи. Потому что зона маленькая. Но они за горой все, ребят. А я тут. И справа, лол. Как будто с той стороны до сюда стреляет, я вам говорю. Я еще не в зоне, как же это охеренно. Так, смотрите. Что нам делать? Слышал выстрелы примерно отсюда, вот с той стороны, там может быть чипок. И были выстрелы с той горы. Вопрос только один.
Как бы, куда мне смотреть, я не знаю. И, кстати, люди не умирают до сих пор. 11 как было, так и осталось. Зашибись. Там у нас пусто. А там вот как бы не пусто. Чек. Чекаем. Чекаем все вокруг. Мы чекаем все вокруг. Мне страшно, чуваки, реально страшно. 38 секунд и будет сужение. И вот это вот сужение уже что-то реально даст, потому что люди будут сбегаться в зону. Как бы, и все. И как бы, приветус, вам хана. Так. Чекиряу, там пусто. Капец, где-то рядом стреляют с глушака, и это неприятно. А где вы все, люди добрые, а? Они все гребаные гады за горой. Они, понимаете, они за горой, а я на горе. Ну, кто на горе постоянно как бы должен тащить, так что все нормально, это мое место. Не понял. Да что так рядом? А, нехерово. Это было довольно-таки так этот... Нехерово. Так, зона пошла, давайте бегаем, бегаем, ребят, бегаем. Где побегушки? Ну? Или вы будете ползать? Гады. Я подожду зону, да, я буду ждать, ребят, потому что... Ждать довольно верное решение... Для того, чтобы выживать. 6 живых, нихера! Только что было 11, вот буквально секунд 5 назад я говорил, было 11. О, майн гад. Ладно. Поползли. Чик-чик-чик-чик-чик. Мы ползаем, мы ползаем. И нас не видно тут. Опа. Я на позиции. Блин, ребят, может быть, давайте притормозим где-то в этой траве и все? Все, лежу тут. Мне нормально, мне тут реально лежать нехерово. Мне нравки. Мне просто нравки, потому что... Вот как бы меня тут точно не ожидает видеть, прям 100%, потому что я, во-первых, не в какой-то там суперпозиции за камнем, ни за деревом, ни за кустом, я просто в траве. Вот, так что позиция найс. Чё, ногу чешешь, не понял. Блин, 5 живых, я шатировал. А, окей. У меня же есть план, правильно? А что, если взять этот камень, а? Просто взять, пробежать и взять камень. Блин, чуваки, блин, ну так уж и быть, Рувия рискует, погнали. Хана мне, да? Все, минус я. Черт. Опа. Пусто, да ладно, серьезно. Мне нравки. Так, там тоже пусто. Че такое? А, тут трава, я понял. О май гад, ребят, где же они могут быть, я вообще понятия не имею. Но знаю, что справа кто-то был, но возможно, тот справа сдох. Потому что как бы его вроде бы тут нет, так как он был примерно на моем месте. Они все где-то за горой, вот там вот внизу, понимаете, за горой, я на горе. И чё? Чё мне, вы мне предлагаете, гады? А ну быстро предложение гоните. Убивать вас, что ли? Так уж и быть. Я это сделаю. Так. 5 в живых, один из них тащер. Ну, в смысле я... Опа! Чики-чики-чики-чики-пуки. Куда ты побежал? Не понял. Охеренно, просрали чувака. Ой, зона. Блин! Херово. Сейчас бы на транспорте, блин, ехать под конец зоны. Дебил какой-то. Не понял, где он. Вот зря я пропалился на самом деле. Вообще дебильное решение. Ой, ёпта, обосрался. Как же я очканул. И где ты? Ребят, я прям дернулся. А, я вижу, ах ты гадина. Чувак, может тебе прописать М24, нет? Прописать тебе в хлебет. Да ладно, как ты выжил, не понял. Как он выжил? Я же в голову дал. Ладно. Походу в плечо. Зашибись. Так, ладно, окей. Блин, ну такой шанс был грохнуть стычки. Просто повезло, типа, реально повезло. Какой же он гад. И нам еще обоим бежать туда. Вот черт вонючий, а. Та-та-та. Я не докину, да? Я, впрочем, знал, что я не докину. Гляньте, обосрался. Опа! Ха-ха! 7 убийств. Ну чё, как тебе, а? Мой выстрел в голову, а? Получил, нефиг было ко мне лезть. Так, чё за говно? Это чё за говно? Это кто? Не туда бежать, чёрт, вы чё прикалываетесь? Так, бустимся. Чё за говно? Кто посмел, не понял. Ой-ой-ой-ой, ребят. Ай, мне кажется, я вижу что-то.
Нет, мне кажется. Блин! Он знает, где я. А я не знаю, прикиньте, ситуация, да, охеренная? Еще и зона пошла. Чётенько, черт возьми. Ладно, чуваки, ждем конца. Подождите. Показалось. Так, так, так. Нам нужно... Вижу. Вижу чувака. Не понял. Понял, понял, понял. Гад. Выжил, гляньте. О, мой пукан. Не пукан, а в смысле я вообще переживаю. Ладно, аптечку по барабану. Так, все равно там. Чё, 4 штуки осталось? Да хоть 100. Так. 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 Кушай. О, какой же вы гад. Сэр. Вы гад. И чё? И где? Может быть, еще кинуть? Опа. Вижу. Вижу. Куда он налево перебежал? Вижу. Ребята, М24, раз, два, три. Сыкло. Я лох. Вот черт. О, блин, отхватил, как девочка какая-то. Так. Да как так? Я его продамажил. Черт, чуваки, вторая позиция. 7 убийств. Это было реально красиво, но я проиграл. Я понимаю, что я реально перепаниковал. Я, блин, настолько криво стрелял под конец. Мои извинения, но мы сделали реально классную каточку. 7 убийств, вторая позиция, и... Мы выиграли. Зачетно, бро. Вообще красиво. Чуваки, спасибо вам огромное за ваши лайки на это видео. Я буду реально благодарен за каждый ваш лайк, просто за одно нажатие реально благодарен. За подписочку на мой канал, если вдруг ты не подписан, то обязательно подпишись, так как я тебя тут жду. Ну и все, пока, удачи!